Как вам впечатление от конкурса? Вот, спасибо. Мы начинали интервью, видишь, как понеслась. Знаете, взрослые дети. Славянский базар – это легенда. Но это такой тренд, бренд, который всегда трендит. Ну что, как настроение? Очень классное. Витебске очень классно, мне этот город очень понравился. Он очень красивый, здесь очень много достопримечательностей есть, что посмотреть. Витебске сыграло большое место. Конкурс очень хорошо организовали, и о нас очень заботятся. И мы очень рады, что здесь есть. Страшно тебе было выступать? Очень. Конкурс вообще шикарный, очень хорошая подготовка, хорошая организация, атмосфера, класс. Мне очень понравилось. Мы старались две ощущения, за которые будет не стыдно. И, собственно говоря, тем более, что это дети. Ну, конечно, были споры, мы применяли какие-то разные критерии, разные подходы, делились ими и старались, чтобы это было все возможно правильно. Thank you, Славянский базар. Всем огромное хочу сказать за то, что меня здесь пригласили на такое великолепное событие. Славянский базар! Что ты вообще почувствовала, когда назвали твое имя? Я не знаю. Я чувствую большую радость, восторг. Во-первых, мне кажется, спела хорошо. А во-вторых, я благодарна публике за то, что они меня приняли очень тепло. Ксения Галецкая, Белоруссия, обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Вначале первые секунды три была в ступоре. Вначале еще ничего не понимала, потом просто ни с того ни с сего закричала. Потом заплакала, потом засмеялась. Было просто перевоплощение эмоций, перенасыщение. И это было очень здорово. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.